Европе посоветовали поучиться у России. Европа должна научиться определять свои интересы, как это делают Россия, США, Китай и Турция. Об этом заявил бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль во время встречи со студентами, передает Схлесвиг Холстинис Хизейтунг. По мнению бывшего министра, в противном случае страны Евросоюза рискуют потерять свою значимость на международной арене. Тот, у кого нет власти, не признается не только сильными странами, но и бессильными, отметил Габриэль. Так политик прокомментировал ситуацию вокруг сирийского конфликта и решение Германии не вмешиваться в военную операцию. Габриэль добавил, что страны Евросоюза должны с пониманием относиться к позициям друг друга. Ранее 19 апреля президент Франции Эммануэль Макрон объяснил неучастие Германии в конфликте в Сирии особенностями ее конституции. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявлял, что Германия готова выступить посредником между Россией и странами Запада в урегулировании конфликта в Сирии. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.